Всем привет, друзья! Хочу вам рассказать сегодня, как связать такую вот шапочку. Вязала я ее на мальчика. Объем головы 52 сантиметра. Такая простенькая, вяжется несложно. Вяжу ее из пряжи хлопок в 100 граммах 1600 метров. Получается, я буду вязать в 4 сложения, метраж будет в 100 граммах 400 метров. Также я использую круговые спицы 43 мм, номер 3. И в конце нам понадобятся чулочные спицы для убавления петель. Также номер 3 и крючок 2 мм. На круговые спицы набираем 121 петлю. Набрала я 121 петлю, теперь вытягиваю одну спицу. Разравниваю петли. И сейчас я буду соединять в круг. Первую петлю снимаем, не провязанной. И дальше начинаем вязание. Вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Одну изнаночную. И так повторяем. 5 лицевых, 1 изнаночная. 1, 2, 3, 4. 5, 1 изнаночная. Таким образом мы вяжем по кругу и довязываю до конца. 1, 2, 3, 4, 5. И последняя петля изнаночная. Изнаночную петлю мы провязываем вместе со снятой петлей, которую мы сняли изначально. Две петли вместе получается изнаночной. И дальше теперь идет второй ряд. Второй ряд вяжется по рисунку также. 5 лицевых, 1 изнаночная. Так же, как и первый ряд, видите, вяжутся последующие ряды просто по рисунку. Над лицевыми лицевые петли, над одной изнаночной и изнаночной. И так мы вяжем вверх высоту шапки. Изнаночную петлю мы провязываем изнаночной за заднюю стенку. Я провязала вверх 15,5 сантиметров. Пересняла петли на спицы 3 миллиметра, только чулочные, и сейчас буду делать убавление. На каждой спице получилось по 35. Изначально вяжем мы по рисунку, провязываем 12 петель. Дальше делаем убавление. 2 петли мы вместе провязываем лицевой с середины. 2 мы просто провязываем лицевыми. И 2 петли мы провязываем лицевой за переднюю стенку. И дальше до конца мы провязываем петли по рисунку. Провязала я до конца ряда. С одной спицы делая такие убавления. Дальше делаются убавления с каждой спицы, так же, как и с первой. Теперь второй ряд. Второй ряд, как и все четные ряды, вяжется по рисунку без убавлений. Так мы будем без убавлений каждый четный ряд провязывать.
те убавления, которые мы делали в первом ряду, во втором провязываются просто лицевыми петлями. Так мы провязываем с каждой спицы. Теперь вяжем третий ряд. До убавлений провязываем 11 петель. Дальше провязываем так же, как и в первом ряду, 2 петли вместе лицевой с середины, 2 лицевые и 2 петли вместе за передние стенки. Дальше по рисунку 11 петель. Так провязываем третий ряд, с каждой спицы делая убавление. Четвертый ряд вяжем по рисунку, так же как и второй. Теперь пятый ряд. В пятом ряду мы до убавлений провязываем 10 петель. Дальше 2 вместе лицевой с середины, 2 лицевые, 2 лицевой за переднюю стенку и 10 после убавлений до конца ряда спицы. И так провязываем убавления с каждой спицы. Так мы продолжаем вязать шапочку, делая такие убавления в каждом нечетном ряду. Когда на спицах осталось по 4 петли, мы их переснимаем на крючок. У меня крючок 2 мм. Смотрите, здесь идет нить. И мы в обратном порядке назад снимаем 4 петли на крючок, и эту нить мы делаем петлю через эти 4 петли. Так мы будем стягивать эти петли. Дальше следующая спица, опять переснимаем петли на крючок и через них протягиваем эту же петлю. Опять спица, переснимаем петли на крючок и протягиваем эту петлю. И так мы снимем петли со всех спиц. Вот, протянула я одну петлю, теперь мы тянем за нить и делаем 2 воздушные петли через эту петлю. Обрезанную нить дальше вытягиваем, и ее на изнаночную сторону мы выводим через верх. Здесь нити прячем под петли при помощи крючка. И в итоге получается такая вот красивая шапочка. Всем спасибо за внимание, смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. До свидания!